сомнениях и никак не можете решить свои вопросы, вам нужно послушать симфонические танцы Сергея Рахманинова. Включайте срочно эту музыку. Вы услышите после небольшого вступления, как терпкие скрипичные аккорды словно мечи рассекают воздух, и после них звучит барабанная дробь, которая действительно сметет все ваши сомнения. А возглас чистой трубы окончательно вас подвигнет на действие. Внутреннее или внешнее – это все равно, но главное – действие. Сергей Васильевич Рахманинов писал это произведение в годы Великой Отечественной войны. Была паника, неразбериха. Люди метались, не знали, что делать. У него порвались все связи с дочерью. Глаза отказали работать. Но он работал. Он работал и создал шедевр. Сначала он назвал его «Фантастические танцы». Сейчас это симфонические танцы, которые поделены на три части. Первый – день, второй – сумерки и полночь. Мы с вами будем слушать день, небольшой отрывочек. И я надеюсь, что после него жизнь у вас будет совершенно другая. Thank you.